Привет, YouTube! Решаем задачу номер 3963 из сборника Демидовича. В двойном интеграле сделать замену и свести к однократному интегралу. Итак, у нас интеграл по кругу x квадрат плюс y квадрат меньше либо равно 1. F от ax плюс by плюс c dx dy. A квадрат плюс b квадрат не равно 0. Давайте сделаем такую замену, которая круг переведет в круг. Для того, чтобы свести к однократному интегралу, давайте для начала сделаем замену u равно k умножить на ax плюс by. А v давайте выберем таким образом, чтобы x квадрат плюс y квадрат было равно u квадрат плюс v квадрат. Тогда получается, что замена, во-первых, позволит нам избавиться от ax плюс by внутри функции, а круг x квадрат плюс y квадрат меньше или равно 1 переведет в круг u квадрат плюс v квадрат меньше или равно 1. Единственное, что нам теперь нужно выбрать v и выбрать k. Ну что ж, давайте подставим u во второе уравнение и получим x квадрат плюс y квадрат равно k квадрат умножить на a квадрат x квадрат плюс 2abxy плюс b квадрат y квадрат плюс v квадрат. Итак, мы получаем, что v квадрат равно 1 минус k квадрат a квадрат умножить на x квадрат минус 2k квадрат a b x y плюс 1 минус k квадрат b квадрат y квадрат. Для того, чтобы справа мы могли выделить полный квадрат, нам нужно, чтобы дискриминант данного многочлена был равен нулю. То есть, другими словами, мы выберем k таким образом, чтобы 4k в четвертой а в квадрате, b в квадрате, минус 4, 1 минус k квадрат, a квадрат, умножить на 1 минус k квадрат, b квадрат, было равно нулю. То есть, после раскрытия скобок мы с вами что получаем? Значит, 4k в четвертой, а в квадрате, b в квадрате, и минус 4k в четвертой, а в квадрате, b в квадрате взаимно уничтожаются. У нас остается минус 4, плюс 4k квадрат, a квадрат, плюс 4k квадрат b квадрат равно нулю. Откуда следует, что k квадрат равно 1, деленное на a квадрат плюс b квадрат. После такого выбора k мы с вами получаем, что здесь у нас 1 минус a квадрат, деленное на a квадрат плюс b квадрат, то есть другими словами b квадрат умножить на x квадрат разделить на a квадрат плюс b квадрат. Дальше минус 2 умножить на k квадрат, то есть в знаменателе опять a квадрат плюс b квадрат. И тут еще x, y у нас идет, да, с множителями a, b. Так, ну и наконец здесь плюс a квадрат на y квадрат. И мы с вами получаем bx минус ay в квадрате, деленное на a квадрат плюс b квадрат. А значит, искомая замена. U равно. К мы можем выбрать как со знаком плюс, так и со знаком минус. Давайте возьмем просто со знаком плюс. Получается ax плюс by, деленное на корень из a квадрат плюс b квадрат. V равно bx минус ay, деленное на корень из a квадрат плюс b квадрат. Давайте сразу же пересчитаем якобиан. Опять якобиан от x, y. То есть u штрих по x это у нас a на корень из a квадрат плюс b квадрат, дальше производная по y это b на корень из a квадрат плюс b квадрат. Теперь производная v по x это b, деленное на корень из a квадрат плюс b квадрат. Ну и наконец v штрих по y это минус a, деленное на корень из a квадрат плюс b квадрат. Хорошо, таким образом мы получаем с вами числители минус a квадрат минус b квадрат. Знаменатель а квадрат плюс b квадрат, то есть минус единица. А значит модуль якобиана равен единице и du dv равно dx dy. Из построения этой замены мы получаем, что наш двойной интеграл сводится к двойному интегралу по u квадрат плюс v квадрат меньше либо равно единице. F от u умножить на корень из а квадрат плюс b квадрат плюс c du dv. Хорошо. Ну а теперь интеграл по кругу мы с вами уже неоднократно писали. Получается, u меняется у нас от минус 1 до 1. Интеграл
v у нас меняется от минус корень 1 минус u квадрат и до корень из 1 минус u квадрат. Дальше f от u корень из a квадрат плюс b квадрат плюс c dv. Функция от v не зависит, мы можем ее вынести за знак интеграла. У нас остается интеграл от минус корень 1 минус u квадрат до корень из 1 минус u квадрат по dv. То есть просто длина этого промежутка, она будет равна 2 корень из 1 минус u квадрат. И потому мы получаем 2 интеграл от минус 1 до 1 корень 1 минус u квадрат. И еще переписываем нашу функцию f от u корень из a квадрат плюс b квадрат плюс c по dv. И тем самым задача решена. Всем спасибо за просмотр. Свое мнение и вопросы оставляйте в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Добавляйтесь, друзья, в соцсетях, присоединяйтесь в телеграм-канале. И, конечно, обращайтесь за решением ваших задач.